А я с гордостью от всей души представляю вам наше второе главное предложение сегодняшнего дня на телеканале Шоп-н-Шоу. Актуальное по сезону, да. Безусловно, яркое, да. Стильное, конечно. Трикотажная, хлопковая ветровка «Камилла». Это наше второе главное предложение сегодняшнего дня. Цельнокройный рукав с интеграцией вточного дает возможность не переживать за ширину плеч, за обхват руки. То есть это гарантированно безопасная дистанционная покупка. Прямой силуэт, туничная длина по нижнему краю изделия, функциональные кулиски шнуровки. Есть врезные боковые карманы, глубокий капюшон и вот отделка на капюшоне. Вы только посмотрите, леттеринг. А по плечам и до рукавов идут вот такие словно лампасы. Очень напоминает один дорогущий мировой бренд Givenchy. Но я представляю, сколько бы от такого бренда стоила трикотажная ветровка. Ну, 100 тысяч не меньше. А у нас цена только сегодня, так как это наше главное предложение сегодняшнего дня, ветровка «Камилла», цена 1999 рублей. При оплате заказа банковской карты 5% скидка, 1899 рублей. Ну, прекрасно, согласитесь, давайте посмотрим цвета. Итак, вот эта фуксия уже во многих размерах в красной зоне. Какие вы быстрые, шустрые, молодцы, правильно, здесь главное не упустить возможности заказать нужный цвет и нужный размер. А размерный ряд от 54 до 62. Выбор нашей модели Оленьки, лимонный цвет. Ну как вам это солнышко, которое заряжает энергией? Следующий цвет в заказе, ну мне кажется, либо хаки, либо оливковый. Не угадал. Фисташковый. Вот это фисташковый в заказе. Этот как раз оливковый. Наверняка васильковый. Электрик. Все верно. Вот этот цвет у нас в заказе называется, наверное, капучино. Либо какой-то капучино, чикачино, латте макиато. А может быть... Так, вот это серый, черный и белый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9 цветов на выбор. Теперь давайте выбирать размер. Я знаю, как для вас важны точные цифры, поэтому беру сантиметровую. Вы бы видели, что сейчас происходит. Настя, верни вещи. У нас прибегают коллеги из продакшена, из офиса. Примеряют все просто сейчас ветровку «Камилла», все заказывают. Кто-то, кстати, пользуется нашим мобильным приложением, кто-то заходит на сайт, у нас уже ажиотаж в колл-центре. Вот-вот, буквально пару секунд, и линии будут перегружены, поверьте мне. Ну а я, взяв сантиметровую ленту в руки, бегу к своей прекрасной блондинке на подиум. Ну что, Оленька, волшебные чудеса телевидения, оп, и Ольга переоделась. Мне кажется, мы можем с этим номером выступать где-то в цирке, да? Ну что, посмотрим. Итак, высота капюшона. Ой, я сразу песню вспомнил. Ап, и тигры у ног моих сели. 30 сантиметров высота. Глубина 27. Мне так нравится этот леттеринг на капюшоне. Выше ручки мы поднимем. Я практически уже на шпагат сажусь, чтобы цельнокройный рукавчик вот этот замерить от шва до шва. 86 сантиметров. 86 — это 54 размер на Оле, потому что размерный ряд от 54 у нас начинается и до 62-го. Длина 78-79, как говорит Полина, мой режиссер, говорит, моя любимая длина. Итак, полуобхват. Смотрим, 33 сантиметра, полный обхват 66. Ну, так, господи боже мой, все точные цифры вам покажем. 37-38 сантиметров. Это я замерил длину рукава. Секундочку, Оленька, вот еще раз покажу. От спущенного шва, потому что у нас эффект цельнокройного рукава. Ну, а вот теперь за парту сядем, да? Я знаю правильный ответ, да? Так, теперь обхват в зоне груди. Посмотрим. Легкая, 100% хлопок. Вы представляете? Так, 124 сантиметра, но есть легкий потенциал. 129. Вот, кстати, вот такие трикотажные ветровочки, она же как футболка по факту. Но знаете, в чем принципиальная разница, например, футболки, а вот такой, от такой легкой трикотажной ветровки? Футболка никогда не держит форму, да? Она более мягкая. Здесь хлопушек, он более
более такой весомый, более плотный. Хорошо ветровка держит форму. Вот видите, вот, кстати, да, на Оленьке сидит, вообще нигде не собирается. Ну вот вам пример, вернее, да, плотности. Оль, боком давай покажем. Капюшончик стоит, вы видите, не падает. Вот как я сделал замерчик, он так и стоит. Но при этом он мягенький. Ой, написала на капюшоне: «Лапшин, я люблю тебя». Ну, молодец, Оль, ну правильно. Итак, мы советуем брать размер в размер. Да, мои дорогие, горячо любимые, имейте это в виду. У нас уже ажиотаж в колл-центре. Кстати, обладатели карты Prime, они всегда получают приоритет в очереди в колл-центр, когда там ажиотаж. Вот у нас уже ажиотаж. Заказано на данный момент 73 ветровки. А сколько? 1,5 минуты презентации. Оленька, а попробуем изменить длину ветровки. И в этот момент давайте пофантазируем. Вот куда такую ветровку носить? Вот Оля накинула поверх костюма, да, который у нас называется Сьюлин. Это футер двухнитка, он очень плотный. И как уже интересный образ, да, обыгран. Вот вам, пожалуйста, можно так, да. Кстати, у костюма Сьюлин также можно скорректировать длину за счет кулисок по нижнему краю изделия. Видите, какая интеграция? Вот одно с другим, сочетание, это шикарно смотрится. Так вот, можно летом как самостоятельное плечевое изделие, если куда-то, например, пляжный отдых, да, какой-то, например. Но я знаю точно, вы нигде хлопковую трикотажную ветровку не купите по цене 1999 рублей. Мне сейчас подсказывают статистику из колл-центра, что даже многие мужчины сейчас заказывают для своих дам, жен, для своих девушек, для своих дочек, мам, бабушек. Фуксия цвет. Кстати, обожает этот цвет принцесса российского телешопинга Лена Мироненко. Говорит, у меня практически все в гардеробе такого цвета. Да чего ж греха таить, я сам видел. Ну, действительно, она прям вот принцесса. Лимонный — это и выбор нашей модели Оленьки. Далее цвет фисташковый, оливковый, васильковый, как электрик в жизни смотрится, капучино, серый. Вот это вот не капучино, кофейный, серый, черный и белый. Ой, как мне... Черный, какой интересный. А в черном цвете я бы тоже носил бы, вот серьезно. Мне очень нравится. Да я бы и в васильковом цвете бы тоже смотрел. Имейте, пожалуйста, в виду, разлетается ветровка. Уже 109 ветровок заказано. Еще бы, это наше главное предложение сегодняшнего дня. Ветровка Камила по цене 1999 рублей.